Уберите от экранов всех, кого нужно убрать. Контент просто жесть в образовательных целях. Какие люди бывают и какими быть нельзя. Сейчас будем танцевать, друзья. Джон Траволта и Ума Турман. Засекаем. Мам, вставай. Да не хочу я. Да нет, не танцевать будем. Я еще не знаю песню. Ну, что мне танцевать? Я еще не вижу. Дай мне послушать, что за песня. Мы же не знали, что нас будут после этого вот эти вот все делать, это нарезки. Мы же не знали. История здесь о чем? Они вообще ничем не брезгуют ради лавашки и поэтому исполняют. Ну, вы сами все увидите, если хватит терпения у вас досмотреть. И здесь вам креативно человек подошел под радио, под... Вы сами сейчас все увидите. А теперь мы умные стали. Мы не стали. Это все нарезки. Ага, конечно. Дипи-диди. Приятно слышать. Через час после этого заявления на стриме начался самый лютейший ад, который вы когда-либо видели. Поехали. Поехали. Андрей Гобзов. Да. Всем привет. Стакан ближний. Сейчас мы тогда тебя тоже забаним. Да. Это, чтобы вы понимали, мать и сын, у них такой семейный подряд. Тихо, тихо. Бесплатно. За сколько парень? Да, он частенько ее метелит, и это нормально. Главное, что в РФ за лайк можно посадить, а то, что он в прямом эфире метелит свою мать, это можно. Так держать. Держишь какую-нибудь одежду, Люды? Мне все вещи жалко. Ну, Надюш, так, за 1000 рублей, да, Люд, согласна за 1000? За 1000 можно все. Да. Можно прям Люд, все. Да, надо какую-то одежду ты порежешь, сначала покажи. Сходи за одеждой, да, сейчас Люда тогда приходит за одеждой, которую она порежет, которую она покажет сейчас. Разрез, вот замок, вот. Да, в общем, вот устроит тебя, если вот Люд свое любимое платье порежет. Я вообще не хочу, чтобы ничего резали, честно говоря. Нет, это... Да. А, Андрей, Киосан не ставил дизлайк. Хорошо, Булет, мы разберемся и Киосан, если что... Ага, Киосан, вот, я сама лично видела. Не пи***й, Булет, не надо брать. Это все видно, мы просмотрим это действительно, вот. Когда он даже забанивал речь, вот эти вот речь, это о, дизлайки. Речь на мелкие куски. А Люда пусть смотрит. Она даст на растерзание какую-нибудь мне не нужно. Такой это уже был сочетание. Это мне нужно, стречка. Не надо. Через коридор его я одену. Сначала я покажу. Оно мне очень нравится, платье, блядь. Их флаг тебе. Люд, держи, чтоб я... Не буду я держать их. Ну давайте вот так. На самом деле испортили гениальную веселую музыку из цирка. Циркус. Старуха хорошо научилась сыграть на камеру и байтить на донаты. Пошла выбрала самую убитую ночнушку. Еще из это не ночнушка, это за платье, блядь, платье! Нужно, замок, что, как же вы разводите своих зрителей? Да. Не надо... Зритель на самом деле прав. Они довольно давно уже научились именно разводить их на последние мелочи. Там школьники у мамаш последние рубли с карт списывают. Я в нем ходила. Не надо. Ночнушка шелковая не бывает. Если ты тупорылый, ночнушка... Ночнушка как раз и бывает шелковая. Хлопче тупорылый. Шелка не бывает. Не надо. Заплачу 1500, если порежете одежду, и Людмила наденет порезанную одежду. Опа, касса. Давай 1500. Джекпот. Одежду найдем, мам. Может, за 2000 согласимся. Давай за 2. Вспоминай сейчас какой... Да, вот Люда, в общем,
Вот Люда принесла платье. Люд, покажи, обалденное платье. Ой, оно красного цвета, у нас хромакей красный. Я его уберу. Разрежь там это, я просто одену. Да, рецепт вагины. Режьте. Но у меня есть условие. Старуха должна смотреть, как режут одежду, это обязательно. И она должна надеть одежду, это тоже обязательно. Люда уже плачет, заранее ей жалко. Неизвестный поддержал ваш притворяется канал на 30 рублей с голосовым сообщением. Сколько надо заплатить, чтобы ты порвал сережки и ожерелье? Нисколько, нисколько, вот это нет. Это ух тебе нарыло, ух тебе нарыло. Я тебе сразу сказала, нарыло, Андрей. Зачем ты притворяешься? Что переживаешь за ночнушки? Да, да, да! Это мое любимое платье. Я не знаю, я в нем хожу. Да. Андрей, она приносит тряпки. Режь то, что ей дорого. Да, вот кончи. Условие было на это платье. Другое нельзя. Платье не то. И Люда должна смотреть. Платье решили подменить. Это то платье, чувак, красное, все. Конч, да на темно предыдущее платье, а не на манюкуре. На это платье, это красное платье, да, Люд? Все, ну что, разрезаем его? Подожди. Да это платье. Вот это подмена произошла. Ну все, ну Люд, тогда давай еще за тем платьем сходи. Минус 2000, минус 2000, минус 2000, минус 2000, минус 2000, платье не то, минус 2000. Оно просто все красное, вот. Ну вот оно, которое Люда плакала, вот оно ее. Вот оно, второе платье одела. Вот это вот платье, видите, тут рисунок красивый. Вот из-за этого Люда распсиховалась, вот оно. На самом деле гениальная бизнес-стратегия покупать на секонд-хенде тряпки и потом подвушки деревянными разрезать их. Который первый вариант был. 2000. Ну все, Люда, разрезаем, да? Ну все, вот, ребят. Вот, друзья, разрезаем. Это все только начинается. Она должна в нем сидеть, на это договор. Нет, ты сказала, что я должна смотреть. Ты конч. Ты сказал, что я должна смотреть, а не сидеть в нем. Пошел ты нахуй. Люда даже его одела и смотрела, как я его режу. Так что чтоб тебе, мразь, чтоб тебе, блядь, это аукнулось. Неизвестный поддержал ваш канал на 30 рублей с голосовым сообщением. Че вы издеваетесь? Очень красивое платье было. Придурки, блин, нет. Нюхи, блядь, может нет. Тебе мухи. Кастрируем тебя. За сколько кастрировать, конча? Давайте все в чай. Два платья мне заявляют. Не знаю. Ну вот, Люда плачет, что их ее платье порвали. Вот видите. Да все, это шляпа. Не ведитесь. Хейтеры, хацкеры поганые. Платье порвали. Любимые сережки сломаешь, дам 3000. Опа. Люда, можно вот эти сережки сломать? Нельзя, я тебе сразу. А вот красный тот пуховик можно порвать? Ну, нельзя, ни одного пуховика. Я сейчас в нем хожу. Нет, ну тут старый красный. Нет, я в нем хожу. Люд, ну все, садись. Двери. Ну тихо, да тебя не видно, да вебка-то тут. Иди сюда, садись и в вебку сговори. Звери, вы звери. Куда? Двигайся. Вы не люди, вы звери, да. Вы звери. Двигайся. Вы не люди, вы звери. Да. А она, значит, самый яркий представитель человечества, да? Вот такое представление о людях. Вы посмотрите на эту морду. Вы звери, твари. Ничего у вас человеческого нету, я поэтому я вас презираю. Вот этот конь, блядь. Дешевый 500 рублей, который у меня Андрей разбил сережки, новые, красивые, длинные, 500 рублей. Я вот маленький купила за 500 рублей. Вы звери, вот который блестящий, вот этот, я за 500, сейчас нету, сейчас самый малый. Все, тихо, мне клип надо ставить, все. Тихо, сейчас я найду клип твой,
Вот нам девушка заказала Марина Вуд. Давай анбоксинг и обзор на пакеты с бутылками глины из коридора. Андрей Котов, как бы я вот тебя вот отчленила. Вы посмотрите, сколько в ней ненависти. А на самом деле она сама виновата в своей ненависти. И, кстати, чтобы вы знали, никогда не повторяйте, но это семья инцестников, у них будет ребенок инбридинговый. Сила твой. Ай! Банан, да? О, кончик, ты еще задонатил. Людмила, ударь Габзавра по голове кулаком со всей силы. Глупая старуха. Да, сейчас Людмила меня ударит, вот стопорь сказал, что сейчас добавит. Но сейчас мы подождем стопоря. Как? Вот, да, и... Да, ты меня сегодня так била уже по голове. Вот он же удваивает стопорь. Так, да, я вот никогда пищу. Не била по голове, стопорь, не знаю. Пищу. Это мне, это в шоке, я не знаю. Ну все, вот стопорь. А потом... О, все. Подожди, сейчас. Да. Ой, не могу. Давай, Люд, давай в камеру, чтобы видно было, что... Нет, я... Да, давай, разозлись на меня. Вот еще раз можно? Да, давай. Закрывай, блин. Да, давай. Это косточка, сразу вот это. Да, а давай тогда мне пощечину, дай со всей силы. Пощечину сразу будет заметно. Давай. Действительно, такое удовольствие, дайте еще пощечину. Нет, давайте еще пощечину. Ну еще бы, после того, как ее сын бутылкой от шампанского по голове метелил. И не только там, и почки летели, и все подряд. Ну, жесть, не рекомендую вам смотреть это. Нет, давайте еще пощечину. За сколько билет в театр порвать? Илюха, встань, я собралась в театр, он мне порвать, блин. Я так ждала этого спектакля, ты чё, уля. Спасибо, зеленый фанфорик и шоколад бабайский лучше. Как мой мотив, слышишь, я же вот спонтан. Трусы за 1000, да, трусы за 1000, что с ними надо делать? Порвать, наверное. Вот, сейчас пошла уже дичь. Я прям рекомендую вам закрыть это видео и не возвращаться к нему больше вообще никогда. 500 рублей оденешь трусы Людмилы на лицо. За 500 рублей твой... А у тебя есть трусы же, да? Да, завтра... Осуждаю. Будет театр на 1000. Есть осуждаю. Те трусы, которые на ней сейчас. Вонючие, да? Ты хочешь сказать, они вонючие? Ладно, я сейчас сниму. Нет, ни хрена. Вонючие трусы только за 10 тысяч. Андрей задохнется, представляете, он так мне... Хорошо, она о себе отзывается. Я 2500 и стопырь 2500. Который на люди, сейчас я сниму, блин. Ну вот, ну я же не при вас сниму. Я сейчас сниму, ладно, пусть они вонючие. Нет, Конч, давай ты пятерик и стопырь пятерик. Да тогда... не надо тебе достаточно. Нет, потому что они жутко... Тут вопрос не в не надо, а вопрос сколько стоит. Красавцы. Понять будет, ты уж выше. Андрей, ты уже обнаглел, хватит тебе 5000, не надо. 2,5 и 2,5. Так мне же этими трусами на это надевать, ну, дышать. Ничего, понюхаешь, ничего с тобой не случится. Да, потом они миллион нарезок наделают, где твои трусы, это самое, это вообще, это зашквар полный, вот. Это нарезки сделают, это сразу. Ну ты не сейчас снимай-то, ё-моё, она уже сейчас готова снять, блин. Ты с ума сошла, что ли? Подожди, задонатят ребята деньги по 5000 рублей, всё. Она уже сейчас готова снимать, чтобы я вот и дышал вот её мочевозами, да, мочевозами. Нас смешили, ой, блин, я никогда так не смеялась. Спасибо, дорогие телезрители. У меня же есть и новые. Резали платья дешевле. Не жадничай, и будет пятерка, или пожадничаешь, и вообще ничего не получишь. Правильно. Подумай, Голбс. Да. Одно дело разрезать платье, да, совсем другое
когда твоя мама снимет с себя, извини за выражение, ну, трусы, а да, я потом буду и надевать ничего их... ничего не будет тебе, действительно. Нет, чувак, нет. Вот тебе сказали 5000 рублей, все. Задонать стопор, сказал, что он готов 5000 рублей задонать. И все, и не проблем, будет мега-челлендж. Ой. Это супер-мега-челлендж, который в миллион нарезок потом попадет. Все, Люда. Ему говорю, что у нее все равно есть парень, да, и ребенок. Елки Гэм, да, вот. Ой, хочешь, первый 5000 задонатил, вот. Сначала показываешь, какие на ней трусы. Андрюш, делаешь все точно, как конченый. Закрывайте это видео, закрывайте. Так, вот это, ну вот ты край трусов только покажи, подожди, Люд. Давай, чтобы... О, ну тихо, вот, вот. Что у тебя в горошек, да? Осторожно, давай, подожди, я сначала уберу. Да не покажи. Ну покажи, ну подожди. Не мам, хочу показывать. Ну, нет, ну надо узнать, что это твои вот трусы. Это нормальное поведение, да, сына? Блатует мать. Показать трусняк на стриме. Красавцы. Прям, бля. Ну все, давай, снимай трусы, все, вот. Вот, вы видите, что вот тут нету никакого подвоха, вот. Ну вот, у нас тут нет никаких запасных трусов. Ну покажи вот еще чуть-чуть. Ну все, давай, снимай, ты тут сможешь снять? Как я могу снять? Я вот встану вот здесь вот. А, ну диваном. давай, перед диваном. Как вам? Давай, вставай, все. Вот они. Ну покажи чуть-чуть трусы. Ну что, вот они у меня большие, ну, животные. Вот это что? Да, да, они у меня живот закрывают, блядь. Ну все, давай, почему? Вот, вставай, снимай вот. Мам, ну не тормози! Мама, ну не тормози! Пожалуйста! Сейчас, я приди! Тихо, ничего! Штаны сняла, вот сейчас, штаны сняла! Да, давай, Люд, а зрители прокаванные, вот, все видят. Вот, давай. Ну вот, сейчас, вот, подержи, я окно открою! Да, вкусно как пахнет! Блядь, ай, подожди! А мне нравится! Вот, ребят, Люда, подтверди, что... Неизвестный поддержал ваш канал на 30 рублей с голосовым сообщением. Андрей, это не трусы, трусы у нее в горошек. А ну-ка не клюй. Оп. А, блин, Бронова, конечно, утягивающее белье сняла, а те трусы с цветочком не сняла. Мала бы я, минус 10 тысяч. Сниму, у меня двое трусов, и что теперь? Это утяжка, блин. А не трусы. Там ладно, еще одни под этой хуйней. Ладно, из кадра ты, это ебар, виноватый! Ну что ты ей? Ну посиди немножко! Ну ты видишь, сейчас я войду! Говорят, сейчас я в горошек. Да, подожди! И это каждый раз. Не уходи, пока я от меня нету, не уходи. И это каждый раз вот этот ор, шмор. Но я думаю, что конченей вот самих этих стримеров, только их зрители. И фанаты, и хейтеры, и нарезчики. Потому что они все это продвигают. В конце концов, я надеюсь, они станут такими же, как они. Уходи из кадра! Снимает Люд вот, в общем. Никакого лава нет, вот, друзья. Трусы у него такие в горошек со звездочками. Вот, вы видели все, вот она их снимает. Никто никого не на. Не... Вот, давай. Ой, блядь. Ты одевай, одевайся, мама, одевайся быстрее. Ну надень голую письку, ну сейчас не до этого. Как вам? Вот, желтое пятно. Видите, вот это я понимаю. Скрепный стрим, скрепная семья. Вот все ценности соблюдают. О, видели. Все, засекает 10 минут. Вот, пошло время. 10 минут. Договаривается на 10 минут. Вот она, видите, моча. Вот. Воняет жутко, ребят. Не ренбывай меня, Андрей. Неизвестный поддержал ваш канал на 30 рублей с голосовым сообщением. Чувак. Во-первых, давай не той стороной. Надень. И во-вторых, давай натяни на нос, как Бэйн. Ну это, как сказать, издеваться в нос. Это ёбаный хуйню, чтобы ты выявишь. Блядь, давай, сука, еще издеваться, блядь. Я сегодня не отмоюсь, а ты так мочи, блядь. Я сейчас пойду, блядь, сейфер там, блядь, Гэттон Шолдерс, блядь, голову тебе. Время будет подходить к 10 минутам, и занюхну, так уж и быть. Нюхну я, как трюсанюк какой-нибудь, блядь. Вот вам, вот, дыши. Вот он вам, бытовой фетишизм. Дышите, дети, вот, дышите, с...
собаки такие. Дышите, вот вам. В уговоре было сказано занюхнуть. Спамьте в чат минус 10 тысяч. Чувак, я не наебал, я твой донат сейчас еще раз прочитаю. Андрей, блядь, перечитай донат конча и выполняй все по пунктам. Я увы, я... Иначе минус 10 тысяч. Давай, вот, значит, конч пишет. Сначала показываешь, какие на ней трусы. Это мы исполнили. После пусть снимет трусы в кадре. Она тоже сняла трусы в кадре. Приподними вебку, чтобы шмонки не было видно. Мы это сделали. Показываешь трусы в камеру. Вот показываю трусы в камеры. С подробностями, вот подробности, видите, надеваешь, делаешь глубокий вдох и сидишь 10 минут. Ну давайте глубокий вдох сделаю, вот. Усики, пропуск в трусики, Андрей, 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 усики, пропуск в трусики. Так, сколько я уже сижу? 7 минут уже сижу. Ой, стоп, 4000. Андрюша, доначу на Кагор исключительно с условием того, что после трех глотков занюхиваешь трусами. Люда, можешь Кагор принести? Мам, давай, сбегай за Кагор. Ну это еще все мелочи. Если у вас хватило желудка, и вы сдержали свой тошнотный рефлекс рвотный, дальше будет жара. Пока я в трусах, мам, ну я просто не хочу их потом снова нюхать. Давай, Люда, за Кагором. Я не могу. Трижды подумайте, не закрыть ли видос. А 9 минут я уже сижу вот в этих самых вот трусах, которые Люд неделю не снимала, вот, и это ужасно. Все, ребят, ровно 10 минут, друзья, вот, ровно 10 минут. А как я сижу в этих трусах, все. Вот они, чуваки, вот они. Все, чувак, вот, все. Все. А еще обратите внимание, насколько она чистоплодная, да? Молодцы. Чуваки, еще сейчас... Скрепы. Люда Кагор принесет, ну, придется опять ими занюхивать, да, вот стопор попросил, да, стопор, друг, все железный спон. Ну там, на мелкие кусочки. Нет, ну за сколько ты? Зубы не порть, Андрей, не порть. Модно это все. Так, раз глоток. Вот, 99, кто это заказал? 99 жадность возьмет верх на добрым ненамерением. Три глотка подряд занюхивает. Один глоток занюхай. Потом второй. А, ну давай. Вот так тебе. Потом. И последний раз! Да. А, вот, Люд, давай за стопоря выпьем, мам. Стопорь за тебя, друг. Нет. Фиаско и позор. Швед, это фиаско и позор. Но бывает такое, да, бывает ты такое. Знаешь, у меня сегодня целый день песни. И это, а зубы я собак. А я ему собак. Я, блядь, не могу куда деваться. Ёлка вот поставила, родителям позвонила. Ой, блин, реклама. Я не знаю,
Как ты будешь жить после этого? Сегодня я потратил только бумажки, которые восполнится через пару дней, а ты продал Майтгабзавр. Это конец. Это нормально. Конч, я, во-первых, никого не продавал, да? А это шуточный челлендж, да, вот, ну, понюхал я трусы мамы, да? Ну и чё? Ну и чё с этого, что я понюхал трусы мамы? Ну мне люди большие деньги заплатить, да, Люд? Нет, он написал, пососал палец. Он за деньги даст по-всякому. И на клыка ей тоже, поверьте мне. А, ну, пососал пальцы, ну, это вот тоже дурацкий мира, челлендж, да. Ну и чё? Там тоже пятерик, по-моему, там 5000 рублей за это задонатили, за эту ерунду. Ну, пососал я пальцы, ну и чё? Люда теперь не Яшина, а Черкашина. Как смешно, Аня Мяу, как Черкашина. Да, в общем, Люд, ну давай... Хорошо, души и без желания. Да сейчас, Люда, ты меня будешь душить. Сейчас, Люда, ты меня душить будешь. Да, там уже сразу следующий клип начнется. Все, ну мы... Андрей, ну зачем? Из-за какой-то тысячи я должна тебя душить, блин. Ну так это же не по-настоящему, может, ты будешь... Не по-настоящему. Давайте что-нибудь такое депрессивное. Что-нибудь включим такое напряженное. Наигранная шляпа. Папка разошла. Каково это душить сына за 100 рублей? Договаривались на 30 секунд удушения, а нет, не уху. Эльф, ну, чувак, ну 30 сколько? С 30 секунд? Эльф, я не выдержу, ладно, давайте, сейчас Люда вернется, давайте по секундомеру засекем. Вот, ну, мам. Ну что, не души меня по-настоящему. Ну все, давайте, друзья. Сколько? Давай, на ушко. Давай мы это. Мы всех и сделаем, типа это, типа они долбые, они тупые. Душит. 30 секунд, чувак! 35 секунд, все. Чувак, все. Люда меня уже реально чуть не задушила сейчас. Ой, донатик. Обман. 1000 в чат. Больше ни чувак. Копейки, если нормально не выполните. 30 секунд и песня. Все, песню Люда спел, так что это, Кач, да, или как его? В общем, твой челлендж, мы, блин, уже не знаем, как исполнять, мы уже, никого мы не нашли. Все, чувак, испро, ты банишься? А сейчас мы баним. У нас когорта уже кончается, ребятушки, вот, волосы-то надо когором запивать. Кто может это... Смотри, стоп. Ты записывай. Ты сказал за 2к все сделаешь, а как увидел, прочитай, что стопырь готов докинуть до 2к, решил срубить 4. Ты зажрался. Волосы срезать, это тоже, это не просто так. Да, они, чувак, за 1000, за 1000 да, рублей я волосы извини, срезать не буду, волосы чувак. Волосы срезать, а то они же... Они да, у меня потом там будет неровно все, да, раз мне это надо. Да, расти, да, и во-первых, мне это заживать эти волосы не просто. Да, и Люд должна эти волосы еще съесть, да, и проглотить будет... за 1000 рублей. Это будет извини, тошнить, чувак, извини. Мы такое сделали только да, за 4000. Вот твое видео, и мы уже пьяные, да, мы уже пьяные в говно. Я согласен, что... Не бухайте, будете такие, как они. Харкни в Люду, тогда я забуду эту обиду за мне. Если нет, то кинем страйк на канал. А теперь поставьте на паузу, если вас хватило досмотреть до сюда, и напишите, харкнет он свою мамашу или нет. 30 секунд, считаем, что прошло. Нарушений правил Ютуба за этот стрим было много. Давай,
Я перетерплю карту, да. Ну давай. Ну, Люд, ты не против? Я не против. Вот и все. Все, Люд, готово. Это полезно. Надо было в лицо. Напоминаю о страйке забанить канал с моими деньгами. Пару минут. Так, ну хорошо, давай кончи. Ну, Люд, ты не против, если в лицо, нет? Не против? Ну, пусть еще задонатит, это просто так. Как вы думаете? Осуждаю. А, все, челлендж исполнен, чуваки. Челлендж исполнен. Так что не говорите, что мы их не делали. Все. Челлендж исполнен. Все. Это настолько скрепная семья, что все по скрепам. Она ради него на все готова. Он ради нее на все готов. Скоро ждем ребеночка. Мы его не кинули, Юлик. Челлендж исполнил. Ты че, чем ты смотрел сейчас, Юлик? Челлендж был, чуваки, челлендж был. В общем, это конч, друг, спасибо. Мы тебе все сделали, все, что ты просил. Андрей, респект. Мужик, Андрей, респект, да. Ну, стоп, все свидетели, все, я челлендж полностью все отработал, все. Людочка подтвердит, все свидетели, все, все видели. Я не буду подтверждать. Тебе собственный сын на лицо в буквальном смысле плюет. Ты после этого кого-то еще будешь называть проституткой? А буду. Вот я буду проституткой, кошку называть проституткой. И вот эта Уэлма, которая сосет у всех в гостинице, она за счет мужиков и живет. Почему она богатая? Вы без меня. За сколько лизнешь черкаш на трусах? Вот, иди за сколько. Вот ты пишешь, а мы знаем, что... Лизнет. Лизнет. Нюхал материнные трусы с Санем и говном. Плюнул на лицо своей матери. Рыбный стрим. Ребята, веселитесь, зрители. Вы живете в этом будущем. Шоу должно продолжаться. Два платья мне обрезали. Осуждаю донатера. Это все скрепы. Скрепы, скрепы, скрепы. Ну, так сколько времени-то у нас с тобой? 5 утра? Да, или у нас с тобой одинаковое время. Либо Люда ему, либо он люди. Тысяча. А, плевочек в рот. А, ну давай Люда мне в рот тогда плюнет. Вы сейчас будете в рот плевать? Да, вот Лера вот хочет. Отомсти ему, Люда, что за дела? Да. Втроем стримить. У Гобзавра 95, ой, 90%, у вас кошка и по 5, нормально же. А, вот Конч. Харкай, Людмурик. Харкай, Людмурик. Густой. Вонючий устал. Шучу, харчу, чтоб было видно. Да, хорошо. А так, Лерочка, я от тебя немножко изображение только уберу ненадолго. Убери, а потом опять включу. Не да. Смотри, не смотри. Так, я не смотрю, я смотрю в скайпе. Закройте это видео срочно. Не смотрите. Ну, волосы убери, чтобы видно было твою слюну. Чтоб она медленно мне в рот падала, слюна. Вот, все, вот она, все, я не бру, вот она. Скрепно, а знаете, что самое интересное, что там вот эта дыра у вас есть, мозолина, которая там занимается банами, каналом и прочего, Роскомнадзор, вот этот весь, всем насрать. И мусора к ним приезжают регулярно, тоже нормально живлятся за их счет, так что на них держится экономика РФ, нижняя экономика, верхняя там покрупнее масштабы, но... Запейте мне, запейте! Вкусно? Да, запейте мне, дай! А, ну, Лера, было видно, что слюна на во рта в мой попала? Да. Прям
нормальный. Да, это было хорошо видно, так что кончи. Вот честно, мне это твой челлендж. Да меня думаешь, не дошли? Нет, ты продолжаешь. Она первая начинает. Она начала первая, но ты видишь, что она не в адеквате, понимаешь? Она не в адеквате. Я тебе намекаю. Даша, прекрати, оставь. Он, значит, в адеквате. Реально адекватный, да не могу. Давить. Нет, продолжаешь давить на нее. Андрей, ты видишь, что давай. Мне тяжело, это моя работа. Я не лезу, твою маму я больше не трогаю никак. Все, да я тебе говорил, ты не с мамой я общаешься со мной, сказать. А ты со мной все. Не общаешься. Ты то общаешься со мной только на стримах. Вне стрима тебе не дозвонишься, не достучишься. Андрей, ты вне стрима пишешь Лере, что ты по ней скучаешь. О чем ты мне сейчас говоришь? Не знаю, ты чушь, я такого не писал. Тебе прислали... Это девки его разводят, короче. Чтобы потом слить переписки и разговоры. И ему написывает там 500 девчонок за раз. И он уже понятия не имеет, с кем переписывается. Но там тоже бред полнейший. Кстати, переписку я тебе ее пришлю. Слышишь, это кошечка, да, это причина. Да, мы все знаем, что ты отфутболиваешь. Засунешь язык в ухо и подержать. А сколько надо подержать и кончить? Ты уточни, язык в ухо засуну и подержать, да? А ну сколько надо будет подержать? Ты уточни, сделаем такой челлендж несложный. Две минуты. Все телезрители ждали, что ты это как ты относишься к Андрею. Вы ради денег, понимаете, своему сыну в рот плюете. Это нормально, по-вашему? Да, нормально. Все, челлендж исполнен. А он тебя не знает, что у тебя здесь. Ты засунул. У нас диалога не получается. Блядь, все, тихо, Люда, вот опять. Да, Лерочка, не обижай. Да, мам, все, замолчи. Видишь, она сразу. Мам. Мама, замолчи! Что это было? Мама, замолчи! Да, мам, все. Все, тихо, Люда, вот опять. Да, мандат. Это дебилка со своим ухотором. Ты засунул, у нас диалога не получается. Сейчас. Все, тихо, Люда, вот опять. Да, мандат. Все, Верочка, не обижай. Да, мам, все, замолчи. Не, мне показалось. Мама, замолчи! Что происходит? Что это было? Мама, замолчи! Замолчи, всё! Ну, больше замолчать! Просто замолчи! Все, ребят, девчонки, не обижайтесь, все, нам челлендж надо выполнять. Ты не вздумай, я Мадерту добавлю. Блин, ладно, замолчи, замолчи. Я хотела проверить, что она клип не для меня. Не для меня, я не буду тебе клип заказывать. Я не могу. Люда, боже. Не делайте так, осуждаю. Помолчи, просто замолчи. Смотри, какая она шутка. Давай. Ну давай, я верну тебе модульку. Спасибо, я все, договорились. Спасибо, руки до свидания. Ладно, ну подожди. Не будет, я... Кошки никогда мы не вернем. Кошки модельку она юха получит. Пусть она жопу пососет. Да вы мне предъявите доказательства. Нет, ты скажи. Люд, не надо орать. Я хочу услышать. Ты не общалась с ней? Нет, меня не было у них в стримах. Не было. Вот. Не была если на его стриме, не общалась, скажи. Я что-то наговариваю, понимаете? Язык в ухо на 30 секунд. Мега челлендж, язык в ухо на 30 секунд, стопор не умножает. Ровно одну минуту. Хорошо, стопор, сделай. Ровно одну минуту. Ну давай, стопор, тогда одну минуту ровно. Все, таймер пошел, ровно одна минута. Скрепы. Как вам такие скрепы? Противно. Вообще противно. Не знаю, я ничего не ощущаю. Противно. Что? Да не надо, тетя! Блин! Я пусть водила тут. Я пытаюсь его оттереть тряпкой. Противно. Очень противно, ребят, очень противно. Так, ребят,
А, у нас клип там кто-нибудь заказывал, сейчас я проверю, может мы чей-то... И довольно. Донатик. Бокал Тагора на белую кофту. 500. Это вот они, уже два моих, это... Ну это уже лупыло. Мне разорвали. Сейчас еще футболку вот эту. Давай, давай, давай. Футбол. Давай. А что мне? Давай. Но я все-таки, ну, мы с Людмилой решили все-таки по тысячу. То есть тысячу конч и тысячу ты стопорь, вот. И вот еще я бокал этого вина выливаю на прекрасный белый... Бензин! Да, мне по барабану, что вот. Это пятно правильно, это, блядь, ощущал мне бензин, а и пить это, да. Все-таки жестокий, я охмуваю. О, конч сделал! Проливай на нее. Чтобы давай. Сидела в этой кофте до конца стрима. А, хорошо, и чтобы сидела в этой кофте до конца стрима. Слышь, Люд, до конца стрима в этой кофте будешь сидеть. А стопорь, друг, поддержи, пожалуйста, тоже 1000 надо задонатить. Вот. Шипанского еще. Хорошо. Ой, стопорь 1000 задонатил. Все, стопорь, челлендж выполняем. Да, Люда, вот так облокотись, чтобы я тебе, вот, да, развлекись, да. Давай, я не буду смотреть, давай. Челлендж выполняю, челлендж это святое, вот, вот, вы все свидетели. Челлендж это скрепман. А вы бы за сколько повторили данное действие? Ну все, друзья, вот весь бокал, друзья, вот. Все, давай шампан. Вот, ребят, все свидетели, вот. Люд, подтверди, да, что настоящий когор тебе на вылил. Вот, Люд, держи. Ребят, закажите кто-нибудь музыкальный клип. Повод отпраздновать. Люд, держи. Лей шампанское на лицо Людмиле. Давай, давай. Я был опечален. А, да, хорошо кончено. А вот стопорю двое, все, без Б. Без Б, без Б. Давай, наливай. Да, Люда говорит, давай наливай мне. Люда, вот так вот лицо сделай, вот так. Да уже обоссы ну, ее. Вот облокотись вот так вот. Во, во. Ну, чтобы лицо вот так вот было. Да, во, во. Во, идеально, идеально, ребят. Шампанское «Кристалл». 1078 года выдержки. Людмиле наличика. Люд, вот так, вперед, сделай. Вперед. Ну, как я? Вот, да, вот так, держи, держи. Вот, вот так. Все. Вот так, теперь распрямляйся. Вот талчик, да? Цвет нации. Все, друзья, челлендж исполнен, шампанское на лице людьми. Люд, ну и как тебе шампанское на лице? Вкусно, наверное, сладко? А, кстати, это полезно, да, шампанское, прыщи убивает. Андрей, давай выпить свои трусы на голову Людмиле 10 минут. В общем, да, мы согласны, ребят, мы согласны. Ой, Люд, у тебя Сережка улетел, давай. На, денег, Сережка. А что случилось? Все нормально. По мне психушка платит. Действительно, скоро мне психушка будет. Просто не верьте. Я же говорю, мне надо лечиться. 100%. А, вот. Но медицина бессильна. Нет, стопорь, я все. Всем нет, спасибо. Стопорь, я все. Всем спасибо. Вы конченые люди. Габзавры Галина Черкашина. Хэппи-энд. Я очень рада.
Лена, чего ты рада? Что сейчас случилось? Я очень рада. Не надо наряжаться, ничего не надо. Серёжа, снимай. Зачем это? Кому этому надо? Что я красивая такая, хорошая. Красивая Донина. Я понимаю. Им нужно только, чтобы я уродина была. А что, чтоб была? Я поняла. Ребят, ну давайте напоследок какой-нибудь клип, чтобы вы потанцевали. Спасибо вам. Спасибо, я очень рада. Я танцевать сейчас пойду. Это я заметила, что у меня ку-ку. Это не ты заметила. Лёд, да всё у тебя хорошо. Нет. Мы перепили сегодня. Мы выпили Нет. много сегодня. Полизать ухо, полизать ухо, но это не секс никакой, это, блядь, детские игры. И вот, а каким-то таким вот всякими извращениями мы не занимаемся, ребят, мы против этого, друзья. У нас тут не порнография, ребят. Так что, Конч, ты не обижайся, мы тебе благодарны за твои челленджи, но мы вот эти вот всякие извращения мы не исполняем, чувак. У меня есть морально-этические нормы, все равно, чуваки. Так что я скажу, Габза, да ты на все ради денег готов. Ни хрена подобного, ничего подобного. Хорошо. Я тебя понял, Гопс. 10к и поцелуй в засос. От меня 10к и 10. Ну вот это уже все. Как мы языками? Поцелуй в засос. Ты представляешь, это уже инцест, натуральный инцест. Ты представляешь? Мотаем на ус. А что, от того поцелуй? Ну все, чувак! Включай эту песню, чтоб все видели. Ссылка удалена. Андрей, целуемся, ПО взрослым. Как вы думаете? Ты меня понял. А, под поцелуй включай эту песню, чтоб все видели. А хорошо, стопор, друг, сейчас я тогда твою песню включу. И мы будем под эту песню целоваться. Давай. Не, ну подожди, песню-то дай включу. Все, так, я выключаю, значит... Вот эту музыку я выключил. Он ни разу не целовался, понимаете? И я уже 100 лет не целовался. Я не знаю, как это. Это все, что его беспокоит. Вот, и мы будем... Я не знаю, как это делать. Да, все, друзья, сейчас будет мега челлендж, друзья. Ну сначала музыку стопор, потому что хочет, чтобы мы именно под его музыку семейный поцелуй. Какой? У меня сегодня целый день эта песня. Вот ей-богу, клянусь, я вот целый день шла. Пиздец. Да, Люд, не воспринимай это, как будто какой-то зашквар последний. Извращение какое-то. Не зашквар, не извращение. Не-не-не. У меня болит зоофилия. Так, ну что, ровно минута, да? Да. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. А вас у меня всегда готов. Как Александр Хартузарс готов. Да я за фильм. Засекай минуту. Ну все, давай, Люд, давай. Всегда готов. Аж 77 поддержал ваш канал на 30 рублей и сообщает, фу, блядь, фу на фу. В натуре, фу, бля, фу на фу. Собачку трахнуть утром мало. Надо утром, вечером и днем. У меня вчера змея сосала. Я не могу, ребята, честно. А сегодня ты у меня ежом. Я и посуду и так. Всегда готов. Это ж полнейший стоит. Люда, подрачи Габзавру за 5000. Нет, так мы не будем делать. Нет, Конч, это уже перебор. За 50 тысяч. Мы таким не занимаемся, ребята. Как вам? Мы шуточные челленджи, пожалуйста, исполняем шуточные челленджи. Там яйцо в голову, там. Давай я подра...